Я представляю наши наработки в течение последних двух лет по исследованию астроклимата, ну, можно сказать, на территории Евразии. Ну, начну. Для кого и для чего все это нужно? В первую очередь, наверное, все-таки это радиоастрономия, потом радиоастрономия трагерозового диапазона, притом как классическая радиоастрономия, так и для работы в режиме РСДБ с космическими спутниками, в частности, электрон. Ну и других применений. Однако вот радиоастрономия имеет слишком небольшую целевую историю. И не слишком продаваемо, будем так говорить. Спутниковая телекоммуникация в этом случае наиболее как перспективная, ожидаемая часть развития на Земле. Итак, если мы посмотрим на карту и расставим на ней имеющиеся радиообсерватории миллиметрового и субмиллиметрового диапазона, то вот так они примерно расположатся. При этом СУПА еще не достроена, ее убираем. И если исключить те обсерватории, которые явно не могут работать выше 100 ГГц, то останется вот так. При этом на японских островах НРО на нее тоже можно не рассчитывать, потому что это отдельно уже 30-го года, и выше 114 ГГц она уже плохо тянет. Таким образом получаем, здесь пусто, а там густо. Напрашивается идея строительства радиообсерватории трагерозового диапазона где-то в России. В этом случае у нас весьма хорошие перспективы в плане именно астроклимата. Перед нами стояла задача поиска наиболее подходящего места, где относительно высоко для того, чтобы избежать влащения в кислороде, и достаточно сухо для того, чтобы избежать влащения рака. Итак, первым делом мы отправились в Якутию, на Ускайян, где есть континентальный климат достаточно сухой. Правда, ездили мы летом, и там было относительно тепло и относительно влажно. Относительно имеется в виду относительно их зимы. Следующая экспедиция была в Пущино. Там мы пытались найти хотя бы несколько дней для наблюдения в трагерозовом диапазоне. Ну, разумеется, ничего не нашли, потому что центральная полоса довольно влажно. Но заказчику очень хотелось. Они были так огорчены, получив наш отчет, но оттасовывать мы не можем. Они ждали, мы что-нибудь скажем, что в Пущино можно наблюдать в окне прозрачности 1.3. Мы этого не сказали. Сейчас, а все в Сочи. Потом в ноябре отправились на обсерваторию СУФА, строящуюся. И там ввели в эксплуатацию радиометр. Ну, аналогичный, там, с которым мы ездили в Пущино, там устоят. И там он сейчас продолжает работу. И заключительные... Погоди, они его починили или нет? Обещают починить. Они сказал, что работает. Умер Саврасов, на самом деле. Ну, для них эта техника очень новая, поэтому они очень боятся, в общем, к ней прикасаться. И когда запускаете, все нормально. И в заключительном 2013 году была экспедиция на Кавказ в специальную астрономическую обсерваторию. Там мы оставили наш радиометр, и он в настоящий момент установлен, да, и можно удаленно запускать измерения. То есть нужно прямо отсюда посмотреть. И какие результаты? Уже известна экспедиция на Мускаэле, о ней уже говорил. Пока это не превзойденный результат, точнее всего. 9 сотых непера и всего 4,7 мм осажденной воды для жаркого лета. Это довольно хороший уровень.
упущено, тоже я, наверное, уже рассказывал, представлял эти результаты. Минимальное поглощение составляет где-то 12 сотых микро, но это минимально. То есть лучше там уже не будет. Вот результаты экспедиции на Суфу, тестовые измерения, которые они сами провели там у себя в обсерватории. Мы туда ездили, нас не пустили на саму обсерваторию, поскольку просто это пограничная зона Узбекистана и Таджикистана, и пограничники нам запретили туда вместе. Вот. Но персонал был обучен, они сами приехали, измерили, и вот первый тестовый результат. 3,5-4 мм осажденной воды для зимы. Это, в общем, как бы спорный результат. И экспедиция на Кавказ, вот и результаты. Важно отметить, что в течение 2 дней, даже 3 дней, стабильно держался уровень поглощения на уровне 0,7 сотых микро, что примерно соответствует, ну, чуть меньше 5 мм осажденной воды. Притом мы делали вылазку на гору Пастухова, 700 метров выше, чем сама обсерватория. И посчитали, вот выяснили вот этот выигрыш, сколько даст выигрыш высоты 700 метров в отношении осажденной воды. И, в общем, к чему это все? В настоящее время приемник установлен, вот на обратной фотографии, видите, на окне телескопа, он подключен к интернету, его можно прямо сейчас из дома запустить на измерение и наблюдать прямо отсюда. Вверху картинка – это первое тестовое удаленное измерение, проведенное 10-11 января. И небольшой минус удаленных измерений в том, что мы не можем, мы не знаем, какая там погода нормальная. Там еще потом сообщают. Там есть маленькая метеостанция, но открытая облачность, она их не фиксирует. Ну и к чему, в общем-то, все эти измерения? Нам важно получить именно сезонные изменения количества осажденной воды для того, чтобы сделать какие-то выводы о пригодности той или иной площадки для измерения, для наблюдения в терапевтическом диапазоне, для связи со спутниками терапевтическими. Вот есть такой открытый ресурс, внизу там написан сайт интернета. Он представляет теоретическую зависимость количества осажденной воды, полученную методом интерполяции с соседних метеостанций, расположенных близ указанного места. Мы поставили первую экспериментальную точку на этой теоретической зависимости. Хочу отметить, что, вот, например, для Мускаля существенная разница между того, что мы наблюдали 4,7 мм осажденной воды, и того, что там указано, то есть в этот день должно было быть 17 мм осажденной воды. Этот как бы выигрыш получился за счет того, что мы измерили в горах на высоте 2 км, а ближайшая метеостанция расположена в 700 метрах над уровнем моря, по Имайку. Ниже, на 700 метров. На 700 метров над уровнем моря. Впущено, например, такие результаты. То есть мы измерили 6 мм, и по вот этим вот данным тоже получается 6 мм. Потому что там лежит метеостанция в Рязани в 200 км и находится на той же высоте. Вот. И то же самое для Суфы и для Кавказа. Определенный выигрыш есть для Суфы. В Узбекистане вообще с метеостанциями, надо сказать, сложно. Ближайшая метеостанция находится существенно севернее, 500 километров, а другая существенно южнее, 700 километров. А на самой площадке обсерватории не работает метеостанция? На самой площадке обсерватории
мы измерили на суфе 6 миллиметров. Зимой должно быть, ну, пропорционально вот этой разницы должно быть зимой меньше. Соответственно, впущено, очевидно, летом будет больше, а зимой так же, как мы измерили на суфе. Ну, вы видите ту же картинку, что они измеряли зимой, летом будет больше влажности и количество ясных дней, вам говорить, меньше, чем в Якутии, например. Вот, ну, в САУ сейчас проводится регулярное наблюдение, и будем уже строить выводы и ставить другие экспериментальные точки на эти теоретические периоды. Хочу напомнить, почему нам важно именно количество осаждённой воды. Из измерений вот, при помощи этой формулы мы вытаскиваем именно количество осаждённой воды, PoE, evaporated water vapor. А потом уже при помощи программы GeoLibr или при помощи табличных данных мы можем рассчитать поглощение в любом окне прозрачности, в общем, на любой частоте при желании, при текущих погодных условиях и зная высоту точки влияния. Ну и заключение. Заключение, вот собранные основные, можно говорить, результаты. За два года проведены 4 экспедиции по исследованию острова Климата. В частности, введен в эксплуатацию гравиометр на суфе, правда. Немножко требует ремонта. Аналогичный прибор оставлен, когда проводится регулярное измерение. И мы в течение вот этих вот этого времени наработали довольно широкую теоретическую и программную базу для того, чтобы анализировать, в общем, данные, получаемые с радиометров, как-то их привязывать к данным сильной станции. Вот, и делать, составлять какие-то программы. Все, спасибо. Спасибо, Миша. Какие вопросы, пожалуйста? Миша, у меня есть замечание, которое мне сделал репери последней статьи. Я, наверное, как и ты, может, многие считал, что существует астрономия и радиоастрономия. В моем представлении разделение было, если смотрим в телескоп, через линзы, оптический диапазон, это астрономия. А если смотрим телескопом электрический сигнал, это радиоастрономия. Но, оказывается, дело сложнее. И он говорит, так, наверное, не радиоастрономия, а субмиллиметровая астрономия. Поэтому вот этот вот термин, который ты употребляешь, радиоастрономия терагерцового диапазона, с их точки зрения, это абсурд. Ну, радио это там что-то меньше 100 ГГц, 10 ГГц и так далее. А если уж так залез в эту уважаемую область, то можно использовать такой термин – субмиллиметровая астрономия. Ну, если честно, я первый раз услышал. Я, честно говоря, тоже. Я не думал, что это так официально уже где-то принято. Но, ну, да, ну вот, сообщают, что пора расти нам над собой. А, наверное, это правильно, потому что терагерц – это как раз некий микс. Это уже не радио, но еще и не оптика. Да. Но вот мы часто используем квазиоптика. Так вот, видимо, и астрономия тоже может быть. А давай астрономию спросим. Как? Если кто-то будет переводить слово астрономус, это подсчет звезд. А дальше как их видеть, эти звезды, в радио, в оптике. А, все-таки ты прав, но. Астрономус это просто подсчет звезд. Инструмент здесь уже не обозначен. Да. Ну что ж, коллеги, спасибо за согласие, спасибо за дискуссию интересную. Мы честно заработали свой обед. Два коротеньких сообщения, которые у нас планируют в эту секцию, мы перенесем на чуть позже время, они не займут много у нас времени, поскольку тема у нас обсуждали, здесь просто свежие некоторые результаты. Поэтому мы идем сейчас на все столовую, нужно одеться. Это на улице через дорогу. На втором этаже правый, второй зал, зал номер 2, да? Все, всех приглашаю.